Второй день чемпионата и первенства России стартовал забегами на 5 и 10 километров. На дистанцию вышли юноши и девушки, а также юниоры. На соревнования в Сочи прибыли 17 команд. Это около 200 спортсменов. Как всегда, в числе сильнейших – Мордовия и Чувашия. Кстати, представителей этих регионов можно было увидеть не только на трассе. Мордовия, вперед! Марина Новоселова из Саранска – ярая поклонница спортивной ходьбы. С командой мордовских атлетов ее связывает крепкая дружба. На соревнования за любимой командой приехать отважилась впервые. Теперь надеется, такие поездки станут традицией. Сейчас вот мы уже обсуждаем эту поездку в Чебоксары. Там будет в июне чемпионат. Поэтому я думаю, если будет возможность уехать, то я, скорее всего, посещу эти соревнования и поболею за своих. Более чем активная поддержка у кромки поля была и со стороны тренеров. Срывая голоса, наставники вели своих подопечных по трассе. Ведь накануне только медали чемпионата России, но и место в команде на последующие крупные турниры. Юноша отбирается на Олимпийские игры здесь, на юношеские, а юниор отбирается в команду на Кубок мира. Вчера взрослые были отобраны. В этом году отбираемся на Кубок мира, который состоится в Китае 4 мая. Погода прекрасная, результаты высокие. Будем стараться показать на Кубке мира высокий результат. Несмотря на то, что мэтры спортивной ходьбы России, такие как Валерий Борчин и Ольга Каниськина, которая сейчас работает тренером, завершили карьеру, планку держать удается. Как пошутил главный тренер сборной, незаменимых людей нет, есть только неповторимые. По-прежнему высокие результаты показывают ходоки из Мордовии и Чувашии. На чемпионате в Сочи они только упрочили свои позиции, выиграв все первые места на десятке и пятерке. Но были и сенсации. Две представительницы Пензы были второй и третьей на пятерке. Это своего рода такая мини-сенсация, но сенсация со знаком плюс. Я считаю, чем больше регионов у нас вклинивается в борьбу за награды, тем лучше для развития нашего вида. По итогам чемпионата России первое общекомандное место из Сочи увезли мордовские ходоки, вторые – спортсмены из Чувашии. На третьей строчке рейтинга сильнейших регионов разместилась Москва. Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.